все на уровень суток, дал водички. Попила. Что ты меня разбудила? Да. Сустава сама взяла этого. С кровати его водить повела бы. Пришлось тебе водичку давай. Снял ей этот фартук, я пальто и сарафан. Морда. Морда. Блин, белка еще только 6 утра. Нельзя там нюхать ничего. Чума маленькая. Отошла, это нормально, да? Она где-то более-менее... Извините, я буду говорить с закрытыми глазами. Не могу еще открыть. Это где-то она в 11, где-то к 11, 12 ночи она начала уже, она поела, ей резал гортани, эти трахеи поела. Рыбку ела, ну, в Инстаграме, в ТикТоке это видели. Рыбку это начало, потом этот я резал, она смотрит. Лежал, выпрашивал, то есть молча. Вот. И а так у нее хорошо все. Она это. Попила воды, пила. Потом еще вот сейчас опять вот она второй раз пьет, она вот это тяжело. Я даже из-за нее выключил батареи. Под лес вот так тоже покрывал, только он культяпки мои, он торчат как это. Лежу как Ленин. Да? Белкуня Соболевна. Ну и чавленник у тебя, мать. Твою ж дивизию. Блин. Вот хорошо, что я живу вот вообще один. Как бы это, в доме. Я вас бал. Хотя это ничего не поменяло бы, конечно. Потому что вы для меня... Я, если вы болеете, я вас в дом по-любому внесу, занесу. Ну, лежал бы ты, конечно, может быть, в этом, в коридоре бы, на буфике. Но здесь я просто... Почему она рядом со мной? Я не знаю, воротник надо искать. Ой. Этот... Как его... Я с этот, а то она все равно нет-нет, да и тянется к швам. Вот. И просто с вами опасно разговаривать. Вот так видно, серьезная дама, да, с такими зубами.
Вот, и этот. На улице, блин, так хочется запустить эту штуку. Она сама проснулась и меня разбудила. Она сама еще спит. Жарко, жарко. Сейчас в туалет там сходить. Я бы ее, конечно, в коридоре, но чтобы она лежала там, это. Но она, мне надо, чтобы любое шевеление, я просыпаюсь, либо клоц, клоц, клоц своими будет губами, зубами, что она, ну, шлепать будет языком. Я буду понимать, что она это, нализывает швы. Я сразу проснусь и буду понимать, что надо ей сказать, что нельзя. Можно. Гордость семьи. Это из фильма какого-то. Гордость семьи. Да? Лаешный. Но я всегда собак. Я люблю и на... Ну, жизненная обстановка такая вот, да. Ну, мама сказала, вырастешь, заведешь себе собак. Собаку. Купишь, заведешь. А когда, говорит, женишься, делай, что хочешь, да? Вот женился, делаю, что хочу. Да, морда. И самое интересное, что многие не понимают, все думают, что это игра на камеру, да, вот как бы это, что я только для съемок так, ну, отношусь так к собакам. Но это их не ошибочное, конечно, мнение, потому что я очень люблю собак, не только лайк, я вообще люблю собак. И вы просто не представляете, мама приходит с работы, мне лет, первоклашка, наверное. А у нас дома, помню, белую собаку я притащил, что-то у нее с ногами было, я ее подобрал возле дома, пусть она у нас поживет. Короче, дядь Коля замучился, она ему только звонила, он приезжал, их увозил из дома. Вот. То какую-то большую. Я привел собаку. Огромную. Они даже... Мама обалдела. Говорит, а это... Короче, какая... Потом гончая ходила. Русская. Я ее притащил домой. Но тогда еще не было у меня понятия, охотничьих собак или нет. Я просто был и всех хотел домой. Ну, как помню, как Карс. Ну, купите мне собаку. Ну, купите мне собаку. Вот такая же вот песня. Вот. А один раз я уже постарше был, и пацаны эти все хулиганили, это все во дворах-то. А в каждом дворе, если помните, был этот телефонные будки, ну, звонить 2 копейки, да, вроде как, я помню. И вон телефонная будка, мало того, что стекла там, где кое-что побито, вот. Ой, потягушки. Ну, куда ты ползешь-то? Лапищами своими. Бел. Отрыжка, зашибись. Иди на место. И кто-то вот взял это. Ну, конечно, не очень хорошее, конечно, воспоминание. Кота повесили. Вот, на веревке. А я побежал быстрее, ну, когда выходил в школу, мы к 8 ходили же в школу. Пошел с ножом, срезал. И в тот момент, когда я срезал кота, и все, ну, потом маме доложили, сказали, что якобы это. Я с котом что-то сделал, но я его потом похоронил. Вот. Посередине будки висел. Людям не позвонить, ничего. Всех канарей, которые были у нас в детстве, мама канарей держала, но в квартире мы держали. Канарейки пели каждое утро. Ой, желтые эти. Золотая рыбка.
И жирность всегда была в доме. Кошек аллергия. И у меня аллергия на котов стала после 30 или около 30 лет. 20-25. Ну и пыль мы чихаем, да. Ну вот какая-то вот аллергетики есть моя. Она у меня вот от котов. Ну я рассказывал как-то много раз. То, что это... Я чихаю, глаза чешутся, нос дышать невозможно. Дыхание. Это вот если я кошку поглажу и начинаю, ну, почесал глаза, там это все поп. Ой, все кошмар. А с собаками нормально. Мне даже многие говорят, то, что ты, наверное, Юра, был в прошлой жизни собакой. Общий язык с любой собакой. Так что я не играю, когда на камеру и за кадрами идет какая-то другая жизнь. Ребят, вы можете даже другой, наоборот, вы не видите то, что я могу с ними наглаживать. И еще похлеще бывает. Ну, конечно, в жопу я не целую собак, но хвосты я им кручу, короче. Ну, тащусь я от собак. И много с ними могу, ну, поговорить могу. Вот как мы с вами на кухне лежали, разговаривали. Вот я могу вот пойти туда и вот понаходиться, понаблюдать. Мне нравится, как вот, ну, движение щенков, вот как, ну, для опыта жизни, что ли. Смотрю интеллекты собак. Мне вот это нравится, как она делает, как она поправляет. Носом там тыкает так, а вот это, ну, как относится, какого у нее отношения к детям там, да, вот... Смотрю и на душе радуюсь, что собака с хорошим интеллектом, то, что она хорошая мама, допустим. Как вот мне нравится, да, вот Чеза подралась со Златкой, Златка сохранялась. Она, знаете, как себя бережет, и на самом деле бы Злата была дала бы, и плюс она после щенения сразу, в принципе, сколько тут, и она бы дала бы этой Чезе люлей. Вы же видели, как она приехала с клиники сразу на шею, кладет, подходит, она же здоровая, это чизотрон-то, лохматень. Вот. Я почувствовал себя владычицей, блин. Только там это... Какая владычица была в мультике или в сказке? Владычица. Вот. И это... Ну, она сильная. И вот Чеза, ну, она одурела просто. Одурела девка. Ну, растет плюс. И мне нравится, да, сильные собаки, характер, лайки сильные характером. Я даже глаза уже открыл, вот разговариваю, смотрю. Хотя рука уже устала держать тебя, начесывать, наглаживать. А? Ну, и что вот? Подкидываешь ты мне носом руку. Все. Куда ты собралась? Иди, 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 иди. Собралась, иди. Нормально? Блин, ты все вот... Ты хоть спишь? О, ёкарный бабай. Ты посмотри, какая погода. А чизотрон прыгает на ворону. А у нас снег пошел. Здрасте. Здравствуй, зимушка, зима. Вот как летать на квадрике? Хотя ему нет, я не буду его подвергать опасностям. Машин не видать. Морда. Ой, господи. Ты мое чудо с пруда. Ой. Ну, что скажешь? Хочешь в туалет? Тогда мне надо застелить сейчас еще это, чтобы, потому что придешь, иди, пойдем. Иди, иди. Пойдем. Вот это погода. Ух, как метет. Бел, иди гуляй, Бел. Я пока ты будешь... Оклемалась. Пошла, 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 пошла. Пошла. О, о, о.
к Златису. От отца шкурой, блин. И Златка нервничает. Вот такая погода, представляете? Опять снег. Снег опять такой валит. Бел, давай в туалет. Иконца мира. Я тебя сейчас, Маша, освобожу. Будешь лежать. Но где-то у меня воротник был. Нет, сейчас надо купить тогда воротник. О, в туалет, молодец. Девчина. Всем хорошего дня. Всем спасибо туда-сюда. За переживания и все остальное. Белка на моем. Короче, я немножко с вами поболтал. Утреннее такое бормотание. Но как есть, так и снимаю. Наигранного ничего нет, все есть напрямую. Вот. Бел. Бел. Белка. Белкуни. Бела. Водербанит она там. Ух, зверь у меня там. Чизотрон. Ух, зверюга. Златка голову высунул в это. Бел. Шлеп, 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 шлеп. О, щенки пищат. Бела. Иди. Стой. Стоямба. Тихо. Тихо, мой. Тихо. Блин. Ну-ка, иди вот сюда. Бел, иди сюда. Давай, 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 давай. Бела. Блин. Жопу. Тихо. Ай, блин. Все. Деловая. Не хочет на покрывало. Она же пискля. Ей что-то это сразу. Все, ладно, буду я заниматься. Застелю и пойду и посмотрю что-нибудь в коридоре. И воротник буду смотреть. Метку. Вот такое вот утро после операции. Увидимся на каналах. Пойду сейчас одеваться. Пойду. Как будто мне в другой дом идти. В баню. Вот, и это, выпущу эти, пусть они тоже по туалетам, гляжу, хотят они, время такое раннее, но все равно выпущу. Все, очерк сделал, вам показал, что мы такие вот красивые. Уйдемся, пойду, может, Златка разрешит что-нибудь поснимать, хотя навряд ли. Да я и не настаиваю, время придет, мы еще на щенков насмотримся. Все, давайте, всем пока-пока.